Приветствую всем, дорогие друзья, еще не вышло обновление, поэтому я пока могу поиграть в Brawl Stars, потому что когда выйдет обнова, будет техперерыв, будет скучно, не знаю, что делать, потому что и даже в рояле будет обнова, поэтому и в рояль не поиграешь параллельно, поэтому пока можно поиграть, я хотел бы вам показать, как я закончил сезон. Кстати, я вообще не в курсе был, что сегодня заканчивается сезон. Я получаю вот такую вот награду, 580 вот этих токенов, у меня 8700 кубков, 9к уже будет тут буквально через меньше чем неделю, надеюсь. Приходите сегодня ко мне на стримы. Также немножечко хотел бы рассказать вот про обновочки. Не знаю, надо было, может, запилить распаковки на лайв-канал. Я немножко себе, чуть-чуть совсем поменял рабочее место. В общем, прикупил себе вот такую вот штуковину. Давайте я покажу рабочее место моими глазами. Вот так вот оно выглядит. Вот, короче, сижу. Вот, купил себе подставку под планшет. Вот, купил себе пантограф. У меня немножко припизженный стол, поэтому не пришлось крепить пантограф на стул. Да, вот так это все по-рагульному выглядит. Также резьба не подошла к моему микрофону, потому что я не купил паук. Поэтому мне пришлось присобачить на скотч крепление от другого микрофона. Короче, вот так вот это все по-китайски выглядит. Ну, как всегда, в общем, у меня вечно все через одно место. Ну, не знаю, зачем... Зачем я это вам говорю? Ну, вы часто меня спрашиваете: Холдик, расскажи, как ты снимаешь видосы, там, покажи свое рабочее место, сделай рум-тур. Может, вам было это интересно, не знаю, просто хотелось поделиться с вами новой покупочкой. Вот, ну, так удобнее, сейчас на подставке планшет стоит, микрофон закреплен в воздухе, он не стоит передо мной, не мешает эта стойка. Вот, ну, такая тема, вот, не знаю, важная эта информация была для вас или нет. Кстати... Скажите, как разница, звук нормальный или нет? А, наушники, да, кстати, может, вы заметили, стали чуть-чуть меньше, потому что мои старые наушники... Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xbet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников, также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин, все это на 1xbet, хэштег на ваших экранах, вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Тоже покажу, потом перейдем к ролику. Вот они... Они уже порвались, они уже отходят. Ну, они прикольные, но они уже все. Они как бы уже все. Купил новые, но они чуть поменьше оказались, поэтому придется к ним тоже привыкать. В общем, такая вот штуковина. Да, и еще один вопрос. Ребят, извините, что вот 2 минуты болтаю, непонятно о чем. Я купил себе еще 16 гигабайт оперативной памяти. У меня было 8 на одну плашку, по-моему, DDR4. Вот. Обе они. И вот я хотел бы у вас спросить, у эксперта, кто разбирается, стоит ли добавлять 16 гигабайт или убрать 8 и поставить одну плашку на 16. Пожалуйста, напишите, как правильно, и я вот почитаю комменты. Все, спасибо, теперь приступаем к самому ролику. Забираем награду. Что у нас тут? Скоро будет обновление, по идее, сегодня должно быть. Так, пока оно не началось. Оба! Нет, но это мы не будем открывать. Это спасибо вам за... Все хорошее, разработчики, но, блин, так непривычно играть на подставке, но это классно. Так, вы видите, что у меня в магазине нет вообще бравлера, потому что у меня уже все доступно на фул. Так, все или ничего, это фов, да? Ну, поехали, поиграем на кольте. Вчера мы с Петей неплохо кольта мне подняли. Стоп, а сколько у меня кубков? А, фух, я думал 370, лол. Неплохо подняли мне кольта, сейчас попробуем еще немножко поиграть. Блин, так удобно на подставке, реально. Я еле касаюсь к планшету, я его практически не держу. Управлять очень удобно, хотя вот меня в беседе спросили, а нахера ты купил? В Brawl Stars же так неудобно играть. Да ничего подобного, нифига подобного, очень удобно. Очень удобно. Так. Тихо. О, еще чуть-чуть и ульта. Еще чуть-чуть и ульта. Так, хорошо. Я надеюсь, со звуком никаких проблем нету, потому что, ну, теперь микрофон закреплен немножко по-другому, но я думаю, что это не особо влияет на звук, это лишь для моего удобства сделано. Ну, честно скажу, мне очень по кайфу сейчас снимать ролик, прям я вот сижу и, блин, вообще не напрягаюсь, то постоянно, я бы не сказал, что я тогда напрягался, типа, планшет не тяжелый, но как-то все равно, когда его держишь в руке долго, все равно как-то устают руки. Постоянно хочешь отдохнуть после катки. А здесь я вообще на изи. На, типа, как геймпад просто держу. Так. 7 бойцов еще. Не будем приближаться к кустам, потому что, как говорил Петя, там сидят вот эти сверчки в кустах и ждут, когда ты подойдешь. О, сейчас мы его...
Опа, опа, опача. И убиваем ультой. Если бы я, конечно, попадал бы, я бы его ультой убил. А так я косой придурок. Просрал ульту и еще не убил Булан. Ну ладно. Будем сейчас настреливать новую ульту. Так, но зона сужается, надо побыстрее, желательно. Так, в смысле ты крутишься? Нет. Да ты что, дурак, Фрэнк? Ну ты, блин, прежде чем вот это делать, ты подумай, нафига ты это сделал? Я ни с кем не тимлюсь, если вы заметили. Я тупо один играю, и никто не умирает, потому что все в тиме. Ладно, придется затимиться. Я не хочу погибать. Я не хочу погибать. Я еще слишком молод. Давайте, давайте дружить. Я кольт, я нормально дамажу, я вам пригожу. Пенни, ну ты вообще зараза, ладно. Так. Да Пенни, отстань, Рилли, ну камон. Где еще 7 бойцов, лол? А, Фрэнк. Фрэнк. Так. Ай, ай-я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 й. Ай-яй, да сдохните уже кто-нибудь. Кто-нибудь сдохнет сегодня? Капец, я умер пятым. Просто это дикость какая-то. Это нереально. Они просто все тимятся, уроды. Плюс один кубок. И то я еле-еле его получил. То есть я мог еще хуже сыграть. Ладно, поехали в следующую катку. Так, ну вы понимаете, да, ребят, что у меня уже фуловый аккаунт. Осталось только вот выбить пассивки всем. Золото где-то взять. Вот. Где бы заработать золото? Ты, блин... Не, ну... Не, ну это наглость. Давай... Тихо. Воробушек, вот... Воробушек, ты реально хочешь войны? Блин, плохо все. На самом деле все плохо. Надо на правую сторону переходить, потому что, ну, тут и воробушек, и Барли — это печаль, беда. И тут воробушек, да? Окей, давай, 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 тимимся, окей. У меня ни одной банки нет. Вообще, блин, в соло тяжело играть. Вчера с Петей было попроще немножечко. Так. Так. Воробушек, мы же в тиме, алло. Придурок, ну все. Да выеживался. Так, ладно, я сюда чуть-чуть уйду. Буду еще ниже идти. Ау. Да ну ты, ну ты посмотри, как все, сука, играют. Я вот стою и там стреляю, там. Минус 7, просто караул. Ну просто караул. А, ШД, жесть. Зажимают конкретно. Надо снова звать Петю и апать... Петя — это ММРаша, кто не знает. Надо апать кольта на 500 кубков. Потому что вчера вообще такие крутые катки были на стриме. Что вы там тимитесь? Я ж вас двоих размотаю. Хоть зажимайте, хоть не зажимайте. Сука, если бы я еще попадал, конечно, я бы зажал. Эй. Не, ну пока серьезный урон. Так. Давайте обходим сюда чуть-чуть. У меня уже есть ульта. Так. 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 Оп. Хорошо. Так, пока сдрысни. Сдрысни. Да блин, опять зажали. Смотрите, они... Тут воробушек тащит. Блин, я девятым сдох, это жесть. Просто жесть. Я в ахере. То десятым, то девятым. Нормально. Нормально. Нормально идет катка. Я в шоке. Ну, я тут воробушка апал, это просто красота. Воробушкам очень изи тут играть. Так, ладно, пойду в центр. По-моему, туда никто не пошел. Если я не ошибаюсь, стану тут возле бокса. Да, никого нет в центре, удивительно. Все, сейчас это топ-1, пацаны, чекайте. Ну, блин, сложность в том, что тиминг, да, и зажимают. А почему воробушек опять затимился с Эль Прима? Тихо. Тихо, стоять бояться. Так, да офигеть, просто 6 боксов за один раз практически взял, смотрите, оп. А, 7, нифига себе, еще лучше. Так. Так, сейчас мы накупим ульту и будем раздавать.
Да, нормально, нормально. Много попаданий было. Но я старался, я целился. Так. Найс. Так, ну теперь я контролирую все стороны. Это хорошо. Леон, конечно, опасен для меня. Но я сейчас ульту накоплю, и мне пофиг. Пофиг что. Так. Угу, хорошо. Хорошо, давайте тут проверим. Мне кажется, тут уже Леон в кустах какой-то. Оу, щит. Оп, оп. Хорошо. 8 бан. Не, ну это топ-1, друзья. Все, вот эта последняя каточка будет вообще крутой. Так. Так. Блин, не дает. Так, надо контролировать, чтобы никто не зашел в кусты. Тихо. Сейчас всю обойму заряжу в него. Все, Шелли, добивай. Я так и знал, что Шелли не выдержит и закрысит. Так. Хорошо. Все, добивай, давай. Бо не добил. Бо держался до последнего, молодец. Так. О, и Эль Прима уже не выдержал. Так, минус Бо. Хорошо, у меня 10 банок. Оп. А, Шелли, ты где? Вот тут Шелли сидит, смотрите. Нет, не там, лол. Так, ладно, я буду где-то занимать позицию, чтобы Шелли простреливать. Так. Поджимаю, поджимаю. Все хорошо. Ну, ждем Шелли. Хорошо, что здесь рассоединены кусты. Я спокойно буду. А, у нее ульта, лол. А, все равно топ-1. Ну, вот это было изи. Вот эта катка была изи. Конечно, обидно, что я слил много. Но вы сами видели. То есть, типа, там не так много было у меня и вариантов. Там реально. Все зависело от того, кто с кем затимится и кто где зареспавнится, потому что позиция тоже имеет огромную роль. Короче, друзья, ждем обновления. Как только выйдет обнова, сразу пилю обзор. Вы пишите в комментариях по поводу оперативной памяти. Вот, мне. Потому что я не сильно в этом разбираюсь. Мне говорили там из-за скорости. Если где-то скорость меньше или что-то такое, то лучше одну убрать. Если одинаковое, то оставить. Короче, не знаю. Поясните мне, объясните нормально, чтобы я разобрался. Все, потому что я форумов ничего не нашел толком, поэтому надеюсь на вашу поддержку и помощь, и подсказку. Все, всего хорошего, скоро увидимся, до новых встреч, всем пока.